Как у вас дела? С вами канал PS4 Xbox One Russia. Наверное, мы вернулись. И, наверное, теперь будут видео выходить чаще. Я вас поздравляю с этим. И что же я хочу в этом видео сделать? Рассказать вам свое мнение о том, какая тема для PlayStation 4 самое лучшее. Извините, друзья, что тут, короче, такие дела, что я сейчас прервался. Как вы слышите, там шуршит кто-то сзади. Это мой, помните, напарник, который вместе со мной начинал этот канал. Вон он там ухмыляется. Говорит, зачем тебе это? Ты не выложишь, типа, говорит, что я это не выложу. Да нет, на самом деле не по этому поводу я вас тут собрал. А по поводу того, что хотел вам рассказать, какая тема для PlayStation 4 самая лучшая. Я тут так подумал. Вот обратите внимание, каково, вот как вам сейчас все, что здесь есть. Вот, как это выглядит. Вот, если честно, мне нравится. Да? Теперь давайте попробуем несколько тем других. Например, вот эту вот страшенную тему. Так. Ну, вроде бы неплохо выглядит, да? Слушайте, я, кажется, нашел тему, которая мне еще больше нравится, чем стандартная. Нет. Дело не в этом. Видите, мы зашли, короче, в какие-то настройки, и уже рисунок исчез, да? Появился стандартный фон. Вот в чем проблема большинства тем. То, что они только на главной странице существуют. То есть они не проработаны на всю систему, вглубь. Это такие обертки, фантики, понимаете, а здесь в магазин зашел, ну что это такое, видите, магазин весь синий, хотя тема была желтая вроде как. Надо и магазин проработать по-другому. Напиши, что это. Че говоришь? В Sony напиши. Вот, видите, надо в Sony написать. Или вот этим разработчикам, которые эти... говёные темы разрабатывают. Ну да. Они скажут, не дают нам Sony развернуться. Помните вот эту елку? Ну мне вот на самом деле что-то эта елка такая страшная, если честно. Я, конечно, вас с Новым годом поздравляю, но извините. Тема хреновая. Купи платную тему. А в платных темах я посмотрел, короче, на Ютубе, и там тоже, так сказать, ну, то, что я вам и говорил, там только вот рисунок как бы есть на главной странице, а внутри тема не проработана, то есть она внутрь не заглядывает. Вот смотрите, здесь, например, вот эта тема, здесь есть живые часы. То есть, видите, у этого робота на животе они тикают. Тоже вроде бы симпатично выглядит. И смотрите, тут даже есть прозрачность, да, то есть ярлычки тоже тему эту. Ну, как бы тема проработана, что ярлычки даже перекрашиваются. Вот эти вот. То есть,
Ну вот как вам нравится вот эта тема вот с таким фоном? Не знаю, я вот сомневаюсь все-таки немножечко. Сейчас еще какую-нибудь вам покажу последнюю. О, смотрите, у него еще рога шевелятся, ну то есть уши. Рога шевелятся. Ну вы поняли меня, да? Кому как бы очень нравится, кому-то рога, кому-то уши. Вот такую, например. Ну и здесь тоже прорисовано. Не знаю, утро, знаете, как говорят, утро вечера мудренее. Хотел это вечером записать видео. Что-то мне ни одна тема не нравилась. Сейчас ставлю темы и думаю, блин, что я к ним придрался? Вроде бы нормальные темы. Ты платную купи. Для сравнения. Вон мне тут еще советуют платную купить. Ребят, вы как думаете, покупать или нет? Тут с городом купи. Она самая адекватная. Я подумаю, конечно, над этим. Вот, куда-нибудь зайти, например, в уведомления. Ну, здесь, опять, вот видите, зашел только на один пункт глубже, и все, и тема исчезла. Стандартный фон. Как бы хорошо это или плохо? Мне кажется, что можно было бы все-таки проработать и сделать ее поглубже. Ну, в итоге, что я хотел еще вам с вечера планировал сказать, и, возможно, все-таки так на самом деле и есть, что самой хорошей темой остается... Стандартная. Да, вот эта вот тема, смотрите. Ну, посмотрите, какие цвета, какая красота, какая простота, какая лаконичность. И придраться не к чему. Понимаете? Поэтому, друзья, и подписчики моего канала PlayStation 4, Xbox One Russia, ну и, конечно, канала вот этого вот, который там на заднем фоне хрюпает, поддакивает, что-то поднекивает. Пишите в комментариях свои мнения. Может быть, вы как-то по-другому думаете и сможете сделать, что и я буду по-другому думать. Скидывайте свои идеи, добавляйтесь в группу ВКонтакте и в других социальных сетях, ссылка. Я постараюсь на них ссылку оставить в описании к каналу и под видео тоже. И давайте будем начинать активную деятельность, так сказать, на YouTube. Активно подписывайтесь, активно комментируйте, предлагайте свои идеи для новых видео. Общайтесь, придумывайте что-то для этого канала. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!